На самом деле я представляю тех людей, которые тоже... Я когда сюда ехал, меня спросили, ты куда прешься? Что ты туда едешь? Я говорю, прошу прощения, а где ведущие диджеи? Наши вимоги від того, що ми будемо старатися, вже це привезе до того, що ми що нас почули. Це наша невеличка перемога. Дякую вам за це. Почему такое отношение к нам, к мелкому бизнесу, к микробизнесу, совершенно непонятно. Везде, везде и всегда мы говорим следующее, ребят, извините, те методы, которыми вы пользуетесь, они наоборот разгоняют вот этот вот карантин. Почему? Потому что если до 8 часов, без 5-8, извините, все нормально, а после 8 часов будет касаясь, карантин, коронавирус будет с косой ходить или что? Наоборот, люди вынуждены до 8 вечера набиться в заведение для того, чтобы их освободить. Если кто-то там не попал, мне желает не попасть, мы же сегодня не последний раз выходим. Я уверен в этом, что не последний раз. Поэтому работа будет продолжаться. Работодатели. Мы платим налоги. Я вот говорила неоднократно, 30 тысяч официально в Украине закрылось весной заведение. 30 тысяч как частные предприниматели просто прекратили свою деятельность. Представьте, какое количество без работы осталось людей с ресторанным бизнесом со стороны власти. Это просто расстрел малого бизнеса, ресторанного, кафе. То есть вот на нас...